Ребята, извиняюсь, что не вчера, я уже не помню, когда выходил. Позавчера не выходило новое видео с собачками, просто я забыла. Может быть, я сегодня выпущу с собачками, и сегодня я буду трейдиться с собой. И сегодня я буду трейдить вот этот шарик. Что мне дадут за вот этот шарик? Сквиш и собачку. Вот такой антистресс. Вот такой. И вот такую курочку. Я не знаю, может, я уберу, поставлю другую собачку. Может быть, я поставлю какой-то другой. Кстати, вот такой шарик. Он очень мягкий. Я поставлю вот такую, вот такой антистресс, типа вот так. Вот такой антистресс я получу. Я соглашаюсь. На тебе. Ура! Ну, а теперь новая коллекция. Давайте потрейдим, кстати, вот этого. Мы уже кинули трейд, кстати. И что же мне предложат? И мне предлагают вот такой антистресс. А типа вот так можно делать. Я отклоняю. Мне не нравится трейд. Давайте, ладно, потрейдим вот этого сквиша Шопкинса. Так. И что же мне предлогут? Мне предложили вот этого, вот этот антистресс. Я согласна. Ура. Прощай, Шопкинс. Давайте потратим вот эту собачку, хотя нет. Это наш символ, ребята, нашего канала. Кошечки, собачки. Не забывайте подписываться на мой канал, конечно же. Ведь я здесь снимаю не только про собачек, про своих милашек, но и про другие видюшки. Ну, давайте потрейдим вот эту курочку. Это, кстати, Петя. Я, кстати, уже поменяю ник не на кошечки-собачки. Кожаную кошечки-собачки остановится и свой ТикТок. Так что не пропустите этот ник. Ну ладно, а мы трейдим эту курочку. Мне уже кинули трейд и пока что молчат. Я предлагаю вот этого Шопкинса, сквиша, вот этот и вот такую ручку. Я не знаю, ребят, соглашаться или нет. Наверное, я отклоню. Тем более, курочку больше нравится. Мне Петю я тоже никому не отдам. Так, ну давайте просто посмотрим трейд. Я просто посмотрю на мою милашечку. Видео, ну типа только трейд, я не буду ее трейдить. И что же мне предложат? Вот этот сквиши, вот он. Вот такой антистресс собачку, вот эту ручку, вот этого Шопкинса, вот этого и вот такой антистресс, который у меня есть. Никому. Я тебя не отдам. Давайте потрейдим вот это. Что же мне предложат? Мне предлагают вот это. Я согласна. Ура. Это мое. Это тебе забирай. Ребят, в следующей части я буду мыть вот этот антистресс. Всем пока.